Зачем женщине необходимо научиться говорить тихим, спокойным голосом? Здравствуйте! Меня зовут Ольга Мира, эксперт по естественному омоложению, автор антивозрастных программ, женский коуч, целитель. Ко мне недавно поступил вопрос. Почему женщине необходимо владеть искусством спокойного, тихого голоса? Зачем ей это? И почему вы всегда говорите тихо, спокойно, едва слышно? Давайте об этом поговорим. Я раскрою некоторые секреты, которые необходимо знать каждой женщине. Первый момент. Когда женщина говорит тихо, спокойно, она сохраняет свою энергию себе, для себя, любимой. Не выбрасывает ее попусту, в пустоту. Попусту – это значит пустоту. Это самый важный аспект. Умение говорить тихим голосом. Второй аспект. Когда человек говорит тихим голосом, люди его слышат. Люди прислушиваются и стараются уловить каждое слово. У него нет нужды кричать, перекричать кого-то. Он точно знает, что его будут слушать, его услышат. Приведу пример из своей практики. Когда я провожу женские тренинги вживую, и девочки начинают переговариваться в течение тренинга, я специально понижаю голос. И тогда воцаряется тишина, иногда звенящая тишина. Все стараются ловить мое каждое слово. Этот момент я использую, да, я знаю об этом давно и всегда держу его на такой случай, когда появляются такие говорушки на тренинге. Возьмите себе на заметку, кому этот момент необходим. Следующий момент. Когда женщина говорит тихо, спокойно, она опускает слова в глубину себя, в глубину груди. А куда в глубину? В самый центр своей души. И слова идут у нее прямо из души. Многим известна такая фраза «душевный человек». С этим человеком поговорить душевно, задушевная беседа. Это именно тогда, когда люди понижают голос, и слова у них идут искренне, душевно, из самого центра души. И человек запоминает этот разговор иногда навсегда. Следующий аспект. Этот момент должна знать каждая женщина. Как реагируют мужчины именно на такой голос? Мужчины называют голос грудным, когда женщина говорит спокойно, уравновешенно, из центра груди, как вы уже знаете, из центра нашей души. Для них этот голос звучит очень искренне. Они чувствуют искренность, чувственность, сексуальность. Ну, конечно, придумывают там себе что-то, каждый свое. Но факт остается фактом. Эту женщину мужчина запоминает навсегда, у которой голос идет из самой глубины души. Есть, конечно, еще много пунктов. Я об этих пунктах обычно говорю на женских тренингах, но они более сокровенные, не для всей общей массы. Поэтому вот этими моментами, которые я с вами поделилась, должна владеть каждая женщина. И если вам понравилось мое видео, если эта информация показалась вам ценной, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал, и вы будете в первую очередь узнавать самые интересные и полезные новости для женщин из самого центра души.
моей души, где очень много информации для вас. За то время, которое я работаю с женщинами, более 10 лет. Ну, я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и светлого. До встречи. С вами, как всегда, я, Ольга Мира.